Пенсионер, нелегально добывающий бивни мамонта, оштрафован. Рейд по местам нелегальной добычи бивни мамонта провели сотрудники правоохранительных органов, Минохраны природы и Росприроднадзора. Поиски черных копателей прошли в Устьянском районе, где, по сведениям, находится очаг нелегальной добычи мамонтовой фауны. В ходе рейда обнаружены многочисленные искусственные пещеры. Результат – помповой промывки вечной мерзлоты. Такой метод наносит огромный ущерб криолитозоне Якутии и запрещен при сборе палеонтологических материалов. Во время рейда установили одного нелегального искателя. Им оказался пенсионер 60 лет. У него нашли мотопомпу, с помощью которой он промывал грунт, также бивни мамонта весом 5 килограмм. Он не смог предъявить никаких разрешительных документов на ведение добычи бивни мамонта. У него имеется вот мотопомпа, документация отсутствует. В соответствии с этим эти низкие устройства изымаются. Нами приняты вот меры административного воздействия, предусмотрены части 1.7.3 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Данная статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей на гражданина.